Всем привет, канал Арина Цветики. Сегодня я в Обе, завоза не было, ну, нового, цветов много, я еще покажу. Ну, вот тут, мне кажется, очень хорошая распродажа, 70%. Вот. И довольно много цветочков, есть в хорошем состоянии. Хорошо. Что-то с корнями, что-то без розетки. Вот, смотрите, какая мощная. А это белый, да? Ну и куст большой. И корни сухие. А вот камбрии и анцидиумы. Такая камбрюшка. Сейчас посмотрим цвет. Ее стоимость была 2300. Ну, цена где-то около 700 рублей. Мощный новый росточек. Эти, да, бульбочки немножко высохли. Мощный вот росточек есть. Анцидиум свитшуга, но тут немножко он, конечно, похуже. Засохшие бульбочки. Да, цена та же. Ну, там он еще есть. Это вот красная была камбрия. А такие лаковые, красненькие, пахнут сладко. Ну, наверное, та же цена. У нее вот хорошее состояние. А этот уже, они цветут с новых росточков, но вот тут уже процвел новый росточек. Этот тоже. Ну, их поить, держать во влажности, и они еще пустят росточки. И выбор фаленопсисов тоже большой. Ну, конечно, нужно обращать внимание. Сухой листик был. Тут вроде нормальная шейка. Но бывает, что листик отпал из-за того, что пробит корнями. А так шейка чистая. А ну вот тут, да. Тут капец, капец, к сожалению. Ой, такая розовая, красивая. Завяло, потому что корни вот совсем пропали. Ну, их можно, конечно, нарастить. Розетка тут молодая, но целенькая. Ну, то есть, даже крашеная есть. Вот я разговариваю с девочками-продавцами. Приходит прям целенаправленно. Нам нужно синюю, нам нужно вот такую. И говорят, что это просто белая. Туда ввели краску. Нет, вот нужно именно такой. Джоурайт. Райт. Ну вот, цветочек знакомый, старый сорт. Ну, такое название вижу впервые. То ли заново назвали. Так, он стоил 1600. Вот этот мне название нужен. Ой, 1600. Корешки, к сожалению, вот прям высохли, их действительно по чайной ложке отпаивать, потому что они уже плоские. А розетка неплохая. Какой-то белый налет. Ну, может, после обработки осталось. Вот тут есть еще немножко не схлопнувших корней. Вот. Ой, это еще один.
Дендрофаленопсис. Ничего так. Бульбы не сильно засушены. Он белый. Вот такой. А вон еще один. Камбрия. Ну и другие цветы, конечно, на оценке есть. И тут вот распродажа. Что-то листики у них закручиваются и опадают. Какая-нибудь бякушка напала. Так, лилии. Камбрия еще одна. Ну, то есть, а это обе, город Краснодар, торговый центр Азмо. Вот цветочный отдел, второй зал холодный. Распродажа. Ну и общий зал, цветов много. Мультифлор. Нюнички. Паулет Квин. Что-то тут засохло. Ну, корни хорошие. Розеточка маленькая. 800 рублей. Вот, вижу его. Но достать только отсюда, наверное, придется идти. Ну, тут я показывала уже цветочки. Ой, свитшуга какой крупненький. Помните, да? У него 2300, по-моему, цена. Там на оценке отцвёлши. Красота. Ну, цветочки те же. Мужчины усиленно выбирают цветы. Ну, вот это ты тогда, папа, подарил. Равелла. Равелла большой кустик. Там мне показывала. Я просто усиленно вспоминаю, что здесь было. В глазах уже калейдоскопа сейчас. Где, в каком магазине. Вообще праздники выбивают, конечно, из колеи. На праздники проходят постепенно. Но у нас на горизонте семейные праздники. Скоро нашей малышечке годик будет. Это розовый дракон. Я ищу Манхэттен. Но пока Манхэттена нет. Карибская мечта. Еще одна Равелла. Не буду показывать подробно, уже был обзор с этими цветочками. Всем спасибо за просмотр канала Ариа Цветики. Пока-пока. Ну, я из-за оценки, да, я, может быть, и не снимала здесь, но оценка хорошая, мне кажется. У кого есть возможность, приезжайте, выбирайте себе цветочки. До новых встреч!